Всем привет! С вами Нубастер, точнее Ухобастер. Кто помнит пчеловода, клип песни? Там я и был, значит, ухоголовым. Но теперь я будет это не клип, не клип и не песня, а я реально сегодня похожу по городу и по агрокопов. И сегодня я реально ухоголовый. Я вас не вижу, но я вас очень хорошо слышу. И я могу услышать сейчас, как летят пули. Значит, они в меня не попадают, но везде летают пули и кто-то ходит. Я подозреваю, что это копы, потому что я очень сегодня плохой ухоголовый. Ну, бастероголовый, я решил сесть в тачку. Я, значит, сяду в тачку и буду еще мега злым. Так, ребят, давайте, значит, где-то здесь у меня ключики были. Все, ухобастер может взломать любую машину. Но я думаю, что мы должны уехать от копов, потому что они нам не дадут повеселиться сегодня. Я думаю, что мы сейчас немножко их обманем. Мы будем... Эй, псс, поставь лайк. Да-да, именно ты. Я поставил лайкосик. Давайте, сейчас мега-супер прыжок, здесь должен быть трамплинчик, и сейчас ухоголовый покажет настоящий класс. И... нет, я попал прям в столб, естественно, прыжок не выполнен. Какой, о каком прыжке может идти речь, если такое происходит? Так, я решил, значит, устроиться на работу. Я позвонил по Авито, по объявлению, мне сказали, да, приходите, вы хотите строителем быть, да. Вот, смотри, чувак, это я тебе звонил на Авито. Ну что, мне можно устроиться? Лысый, ты чё? Я ухоголовый, ты чё, не понял, с кем разговариваешь? Иди сюда. Слышь, чё? Я хочу строить дома. Ладно, я понимаю. Чуваки, это, походу, он вызвал копов. Он увидел ухоголового и было все подозрительно ему. Что же здесь происходит? Так, не знаю, если честно, какой-то трэш сейчас творю, ребят. Разговариваю за ухоголового, да. И мне самому немножко как-то странно, если честно. Да, вы, наверное, тоже наблюдаете, что что-то происходит невообразимое в игре. Какой-то ухоголовый сел в тачку копов, и агрит копов, за ним что-то, не знаю, просто беспредел какой-то происходит. Да, ребят, давайте просто поставим за это лайкосик, за мои труды, потому что за этот трэш нужно ставить лайк, да, обязательно, ребят. И если вы, чтобы не пропустить новый видосик, вы должны еще и подписаться на канал, да. Ребят, давайте сразу же прыгаем в какую-нибудь тачку и попробуем, значит, найти местечко, где мы сможем уже быстрее от копов уехать. Давайте, такая цель миссии — уехать от копов, да. Давайте, так, мы набрали уже 5 звезд. Нам не хватает одной звездочки, чтобы собрать, значит... О-о-о, я увидел, ребят, кое-что увидел. Смотрите, значит, нам не хватает одной звездочки, чтобы собрать все звезды. 6 звезд, значит, здесь максимально можно собрать в игре. И тогда с нами должен, по идее, выехать танк. Но танка я пока что не видел, я не знаю почему. Ребят, давайте быстрее, какая тачка или мотоцикл, ладно. Пока вы там думали, я подумал за вас. Я сяду в, значит, мотик, потому что в мотике я еще не ездил. Главное, чтобы мне на мотике не прокололи колеса. Это может все печально закончиться для ухоголового. Потому что он не одел шлем, значит, на свое ухо, и теперь ему будет очень плохо, если он упадет. Он прям ударится уже просто жестко об асфальт. Поэтому я думаю, что ухоголовый, значит, должен разогнаться так, чтобы... Ну, ух, голову, я ж тебе говорил, шлем не одел. Ну ладно. По крайней мере, он свою раковину сохранил, он это свое ухо сохранил. Так, он добрый. Ух, головы очень добрый. Он, смотрите, никого не трогает, хотя он мог его ударить. Но, значит, он сбил его, но он мог его ударить, ух, голову, но он не ударил, значит. Он просто хочет покататься с ветерком. Значит, с ветерком мы поедем куда? Давайте поедем, значит, на пляж. И ухо немножко покупается в море. Давайте, значит, плавки он на себя нацепил, если честно, он вообще без плавок едет. Ну ладно, о чем-то я вообще говорю, ребят. Давайте, короче, значит, знаете что? Поедем в горы. А там, значит, за горами я слышал, что у ухоголового живет бабуля. Мы, значит, к ней наведаемся в деревеньку, выпьем молочка там и там подоим бычка. И, значит, давайте, значит, по горам, по лесам, по кустам мы доедем сейчас до нашей деревушки. А у нас ушки на макушке, и мы все услышим, значит, где, как все происходит. Смотрите, ребят, значит, главное не врезаться как в какой-нибудь пенек, потому что это будет полное вообще. Мы потеряем, значит, мы точно потеряем, значит, мотоцикл наш. Так, я думаю, что нужно, значит, повзрывать копов, потому что они меня уже реально достали. Они за мной ездят просто без перерыва. Так, что у меня есть, кстати, из оружек? Так, у меня есть всего лишь дробаш. Ну, всего лишь пох...
хлопку. Три хлопка, и тогда у меня появляется куча оружек, ребят. Супер волшебство, видали? От хлопков, значит, появилось оружки. Значит, базука моя любимая, которая я сейчас и взорву всех вот этих чуваков, которые за нами исследовали. Они-то не дают нам доехать до, значит, бабули. Я не хочу, чтобы, когда я приехал к бабуле, за мной, значит, приехала кучу охраны вот этой вот. Точнее, антиохраны, копы, которые мне, значит, они разбомбят весь огород моей бабули. Поэтому мы, значит, их с собой не возьмем. Нужно от них как-то отделаться. Их очень много. Вон, кстати, вдалеке летит самолет. Не знаю, смогу ли я в него попасть. Ладно, это там печальная идея. Не смогу я попасть, потому что раньше времени взрывается ракета. Ну, выгляни, и тебе сразу крышка. Я ж предупреждал. Так, садимся, значит, в наш мотоцикл и продолжаем отправляться в горы. И покидаем всех наших копов, которые за нами следовали. Главное, чтобы у нас не проткнулось колесо, потому что я не знаю, как может мотик ехать со спущенными колесами, а точнее вообще без колеса. Поэтому главное, чтобы этого не случилось. Пока что все нормально. Ой, как опасно. Кто быстрее, грузовик или мотоцикл? Ну, естественно, мотоцикл. Так, мы едем, значит, вперед. Пока что все отлично едем. Так, у меня вроде бы все в порядке. И у меня скоро чувствую, уже лопнуло колесо. Да я это чувствовал, и это произошло. Значит, в принципе, за мной сейчас пока что никто не едет. Но за мной, значит, летят вот чуваки. Я думаю, что мы где-нибудь укроемся в воде. И потом попробуем, значит, ухо мы же планировали помыть. И теперь мы, значит, поедем. Я не знаю, что я говорю вообще, ребят, в этом ролике какой-то трэш происходит. Ухо помыть. Ну о чем еще можно разговаривать с ухоголовым? Я не знаю. Он еще очень опасный. Вот, смотрите, вода. Мы доехали. Все. Миссия выполнена. И у меня уже два колеса спущены. Все, отлично. Мы, значит, покайфуем здесь, водички поплескаемся и поедем дальше в деревню к бабуле. Ну, не забудьте, кстати, поставить лайкосик и подписаться на канал. А с вами был Нубастер. Всем пока!